16 лет этой фигуристке Анастасия Гординова представляет Свердловскую область и тренерскую группу Петра Кипрушева. Ей будет непросто, но в то же время для нее сейчас это очень серьезная честь. Открыть Гран-при России в сезоне 22-23 годов. Знаете, вот справилась. Действительно, мы говорили, затрагивали эту тему, может так сказать, даже боязни выхода на лед, потому что впервые, мне кажется, в карьере этой юной спортсменки вот такая прям огромная арена, огромное количество людей и не больше, не меньше, это все-таки этап Гран-при России, который проходит в эти дни в Москве. Конечно, давление было безусловно на нервную систему этой юной спортсменки, но абсолютно со всеми элементами, в большей или меньшей степени, конечно, она справилась. Так что мы ее обнимаем так же, как сейчас это делает Петр Кипрушев. Кипрушев, обнимаем эту спортсменку. И вот сейчас на замедленных повторах мы можем увидеть те элементы, которые получились в программе. Там, возможно, был недокрут на втором прыжке в каскаде тройной луп с тройной тулуп, но для начала вот двойной аксель на ваших экранах был только что. В целом, мне совсем не показалось, что эта спортсменка волновалась, да. Хотя мы предполагали, что ей за первого стартового номера и за абсолютно нового турнира и большого зала будет довольно волнительно. Да, недокрут, конечно, на тулупе есть, и это отметит и техническая бригада, и арбитры, но в любом случае это очень успешный дебют, и мы от всей души поздравляем спортсменку. Она в прямом смысле слова выходит сейчас на новый уровень, и это новый уровень не только в соревнованиях, но и
в результатах будет, я в этом лично совершенно не сомневаюсь. Ну, мы все прекрасно знаем, что рано или поздно вот эти первые шаги в какое-то новое пространство, более сложное, нужно совершать. Очень страшно совершать эти шаги, но не сделав этот первый шаг, ты никогда не окажешься в этом пространстве, не узнаешь, насколько может быть удивителен этот мир. Сейчас мы видим внизу специально было такое окошечко. Камила Валиева готовится к короткой программе, ну а сейчас баллы. Ну, очень достойные баллы, почти 28 за технику, да, немножко снизили за недокрут на тулупе, и в целом это крайне приличный результат.